Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Я сегодня вновь в своей гомеопатической мастерской. Сейчас попробую что-то выточить из этих неделовых деревяшек на токарнике. Есть у меня друг Александр. Он часто мне пишет в комментарии, что где изделия с крышкой. Ну, так настойчиво пишет, как будто купить хочет, да. Нижняя часть будет дубовая. А вот верхняя крышка будет из бука. Дубовая заготовочка достаточно толстая, поэтому здесь прикручу шайбу. К тому же здесь у меня будет выборка внутри, поэтому следов от саморезов не останется. А верхняя часть, крышка тонкая, поэтому приклею здесь такой держачок. За него потом можно будет 4-кулачковым патроном взяться. Приклею его на клей. Тем более он у меня уже тут разогрелся. Thank you.
Ничего пока маслом не покрываю. Буду уже потом все обрабатывать. Видите, как получилось? Вроде бы и можно тут что-то брать. Ну вот. Какой-то пипки не хватает. Хотя, может, я зря морочусь. Пимпочку буду вытачивать из дуба. Это практически та же самая деревяшка, что и нижняя часть шкатулки. Деревяшка очень такая маленькая. В 4-кулачковый патрон не зажать. Какие-то приспособления делать не хочу. Сейчас покажу еще один из вариантов, как можно обойтись без 4-кулачкового патрона. Ну, теперь понятно, что получилось. Я здесь конус Морзе выточил. Сейчас деревяшку переворачиваем и продолжаем ее обработку. Ну, по-моему, такой шарик будет в самый раз. Сейчас его немножко отшлифую. И огонь! Ну, в общем, смотрите, способ рабочий, можно пользоваться. Придумал не я, подсмотрел у старых мастеров. У них всегда есть чему поучиться. Вот такой шарик получился. Без маслица шкатулочка пока вот так смотрится. Ну, блестит, это опилками наполировал. Это еще не масло. Маслицем буду покрывать торговый дом Мартьянов для столешниц. Добавил 1:10 колер туман. Ну, очень сильно мне в тот раз понравилось, как на дубе это масло с колером с этим смотрится. Поэтому пока в баночке не закончил, ее кое-где еще применю. Да, хотя что? Можно ведь потом новое намешать. Ссылка на сайт торгового дома Мартьянова будет под видеороликом. Промокод на скидку. Ищите там же. Скидка у меня пока 10%. Ну, это моя скидка. Вы ею тоже можете воспользоваться. Вот, смотрите. Чистый солидол. Ну, есть у меня один друг. Ну, как друг? Дружок. Такой, из ярых прям такой. Егорка Егоркин. Да. Он под всеми постами у меня. Это не масло, это солидол.
Вы что делаете? Этим солидолом пользоваться нельзя. Смотрю так, чуваки на нескольких каналах, он тоже им там все пишет. Да, с ним общаются. Не понимая, с каким говном общаются. Да. Причем чел такой двуличный. У самого несколько каналов. Да, и вот он со всех каналов поливает грязью всех, кто ему не нравится. Ну, я в этот список попал, да. Я там и рукожоп, да, и врун, и обманщик. Ну да, приятно про себя узнать правду. Причем я о себе узнаю новости, ну, прям от него, как из первых рук. Не успел мне еще знакомый с Ютуба, да, отправить подарок. Тот там посмотрел, увидел и уже мне пишет. Тебе рукожопу от второго рукожопа подарок прислали. Да. Причем он со многими так общался на Ютубе. Да? Всем под кожу лез. А потом начал им такие всякие гадости писать. Так, ждем 30 минут. Вытираем. И тогда покажу, что у меня получилось. Спустя полчасика убираем излишки масла. Ну, вот такая красота получается. После располировки шкатулочка выглядит вот таким образом. Да. Снизу. Внутри. Все блестит. Крышечка тоже. Всем, кому мастер-класс понравился, пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Всем пока!